вот, друзья, очередная трагедия, очередной обстрел на улице Вагнера. Опять прилет, вот, видите, в дом. Повылетали все окна, опять нужно заделать, опять нужны стройматериалы. Вот, а видите? Вот подъезде, гляньте, вот. Да я вижу, что все вот побито, блин. Смотри, а вы дома были, да? Да, я была дома. Вот, гляньте, на дверь ее. Не пострадал никто? Два осколка, это я хорошо. Я не пострадала. А гляньте, двери осколка пострадали. А гляньте, люди, два осколка. А люди? Тоже это нет. Люди еще не знаю. У нас просто бабушка, мы не больные, далеко дойти не можем. Да. То она у нас все интересуется. Нет, просто мы... Покажите, где у вас что случилось. Зайдите у нас там, в этом самом. Но мы уже все там повыметали, поубирали. Что вы хотите? Вера, только дверь закрывай, пожалуйста. Что, ребенок вот у нас? Что у нас? Весь балкон полетел. Вот, видишь, тут окно полетело. Ну и все. Весь балкон, все насквозь. Ой, когда же она кончится, сколько же они будут любить. А вы дома были, да? Да, дома. Мы как раз только приехали к бабушке. Приехали. Дома были, да. Оно испугались? А? Испугались? Чего? Конечно, ну как такого не испугаться, господи. Тут уже не знаешь, кого пугаться. Я же говорю, уже по старости не сдохнешь, так вот это от страха это умрешь. Разрыв сердца получишь. Разве можно по такому страху жить? Да, да, запишите мой номер телефона. Но есть номер телефона. Звонить не после 8 вечера.